Новые окна, ливневка, свежие аудитории и санузлы. Корпус педагогического университета на улице Пушкина после капремонта проинспектировал депутат Госдумы России Александр Хинштейн. ВУЗ благодаря поддержке парламентария получил федеральное финансирование на ремонт. Здание приятно преобразилось и снаружи, и изнутри. Самая главная проблема, которая есть сегодня по нашему педагогическому университету, по его материальной базе, это основной учебный корпус, который расположен у Максима Горького. Тем не менее, средства в бюджете сейчас зарезервированы, и мы ждем, что к июню этого года проектные предложения будут сформированы. Хотим не просто отреставрировать этот замечательный памятник, так называемый дом-сундук, но и сделать всю прилегающую территорию местом для отдыха не только студентов, преподавателей, но и жителей, потому что это самый центр города. Прежде чем получить финансирование на реставрацию корпуса на Максима Горького, нужно предоставить в Министерство просвещения проектную документацию. Ее должны подготовить в регионе, обещают закончить этим летом. Думаю, что в этом году мы начнем. Конечно, такой большой крупный объект невозможно закончить за полгода, но к 2023 году, к учебному началу 2023 года, я надеюсь, что здание будет завершена его реконструкция. После экскурсии по отреставрированному корпусу Александр Хинштейн встретился со студентами и преподавательским составом. Мария Левина, Максим Гусев, события.